В галерее изобразительного искусства Узбекистана открылась выставка «Абай. Наследие братских народов», посвященная жизни и творчеству казахского писателя и мыслителя Абая Кунанбаева. В экспозиции представлены предметы традиционного казахского быта, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, издания об Абае, его сочинения. Сегодня в нашей стране проводятся активные работы по сохранению и восстановлению культурного наследия тюркских народов. Открытие выставки, посвященной творчеству великого казахского поэта и писателя Абая, в центре столицы – яркое тому подтверждение. Это событие также свидетельствует о том, что дружественные отношения между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развиваются. В первую очередь я хотел бы поблагодарить, конечно, руководство Узбекистана за внимание этой выставки. Для нас это большая честь, для нас это большая радость показать образ жизни, кочевую культуру казахов благодаря жизни и творчеству Абая. Абсолютно уверен, что именно вот этот культурный мост, который будет образовываться, я думаю, он внесет новый вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами. По словам участников, данная выставка позволит лучше понять творчество Абая, сохранившего гуманистические традиции великого мыслителя Алишера Наваи. Сам Абай в свое время говорил, что его первым учителем является Алишер Наваи. Экспонаты, привезенные из Семипалатинска, они первый раз выезжают за рубеж. И это первая такая большая выставка. Отрадно то, что оно именно проходит у нас в Ташкенте. Это является таким продолжением наших двусторонних отношений и показывает близость наших народов. Основные разделы выставки посвящены кочевой культуре, роли Алишера Наваи как духовного наставника в формировании Абая, герои и сюжеты казахского поэта и писателя в творчестве художников. В рамках недели наследия Абая также состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. По словам делегации, во главе с министром культуры и спорта Казахстана творчество Алишера Наваи и Абая – великое наследие, олицетворяющее пример формирования не только тюркских, но и общечеловеческих ценностей. Хотя оба мыслителя жили и творили в разное время, их объединяет стремление к гуманизму. Казахский народ очень благодарен за то внимание и за то значение, которое придает узбекский народ, президент Узбекистана, правительство нашему великому мыслителю. Абай – это не только достояние казахского народа, этот мыслитель, философ всего тюркского мира. И очень знаменательно, что государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева намечается. И вот в преддверии визита открывается столько мероприятий. Выставка «Абай. Наследие братских народов» продлится до 30 декабря этого года.